Ты когда с Гриней миришься, мирись потише, а то я помолчи из-за твоих стонов пуснуть не могла. Ага. С каким Гринькой? С яким Гринькой я тебе спрашиваю, Галюську, да я... ось ця хандрос прихотів, і я полночі стала, да я... на помощь звала. На помощь, говорит, звала. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Ну, во-первых, что это за знания такие интересные? Анатомии? Остеохондроз прихватил. Как он прихватить-то может? Ё-моё. Ладно, все это фигня. Вот. А если честно, даже если чаечку лечили ночью, это, в принципе, даже очень все нормально. Было у меня как-то был случай, у меня в Раменской Московской области, там я ночевал на квартире, прям снял на двое суток ее. Вот, и ночью я уж не знаю, что там с чаечкой делали, но стонала она знатно. Не буду всех подробностей описывать, но тем не менее, сука, спать не давали ни хрена. Вот, чаечка была с утра счастливая, мужчина этот горд, а я ни хрена не выспался. Вот такая вот история.